Мне так скучно! Почему мы не придумаем, как нам получить наши кьюти марки? Потому что мы должны дождаться Apple Bloom. Как мы можем что-то делать вдвоем? От скуки сейчас на стену полезу. О, Свити Белль. Ты думаешь, я шучу? Глядя на это, мне интересно, почему у тебя до сих пор нет кьюти марки. Привет, девчонки. Простите, я опоздала. Почему ты так долго? Мы ждали целую вечность. Причина моей задержки в том, что когда я возвращалась, я увидела этих любопытных существ, которые сидели в кусте. И где они? У меня в гриве. Выходите, малыши. Привет. Что я вижу? Они просто очаровательные. Да, но кто они? Я не уверена, но взгляните, какие они милые. Этот вроде мышонок, этот котенок и... еще кто-то. Ребята, мы должны взять их себе, как питомцев. Они будут хорошим дополнением нашему клубному домику. Ну, я не знаю. Мы же не знаем, кто они на самом деле. Может, они ядовитые, или болеют чем-то, или, может быть... Ладно, не грузись, мы берем их. Спасибо. Отличные новости! У нас теперь новый дом! И все благодаря этим великодушным пони! Apple Bloom, почему ты не спросила нас о том, что придут другие? Я не знала, я думала, что мы возьмем только тех, кто пришел со мной. Мы должны избавиться от них немедленно. Девчонки, не нужно спорить, я имею в виду, взгляните, кто у нас здесь. Да ладно тебе, Скуталу, зачем нам от них избавляться? Они же такие милые. Святая Селестия, ведь это ж пушистая версия пара спрайтов. Каждый сам за себя. Ну что, Apple Bloom, ты нас втянула в этот беспорядок, и тебе нас из него вызволять. Ты права, Скуталу. Что интересно можно придумать? Тебе лучше придумать что-то побыстрее. Смотри, чем они занимаются. Скуталу, у меня есть... Есть идея! Почему бы нам просто не выкинуть их из клубного домика? И правда, чё это мы раньше не догадались?
С беспорядком покончено. Это было весело! Скуталу! Я знаю, странно, да? Что мы будем делать? Оу, я знаю, что мы будем делать. Что если мы просто повыбиваем из них всю дурь? Ну ты мелочь, давай, ну чё, я так... Мама, говорю, ну давай, сейчас я тебе надаю, давай, ну чё, давай. Я не хотела тебе причинить боль, малыш. Ты не говорила, что они могут менять размер? Я не знала до этого момента. Этот единорог предал всех нас! У нас нет выбора, кроме как начать войну против этих пони! Приведите большого! Я сожалею, но большой еще не догнал нас. Немножко нужно подождать. Ну тогда план Б. Беспокоить. Как мне кажется, вы, ребята, сильно проголодались. Я знаю отличное место, где вы можете подкрепиться. Это место зовут Sugar Cube Corner. Скуталу, что ты делаешь? Как я и говорила, там очень большой выбор. Там есть печеньки, кексики, маффины, торты. Все, что только можно захотеть. Вам лишь стоит зайти в Понивиль, и вы отыщете это место. Мы можем пойти, Микки, пожалуйста. Пойдем и возьмем немножко конфет. Скуталу, о чем во имя понячьих перьев ты думала? Успокойся, Эпплбум. Пока они отвлекаются, у нас будет время составить план по спасению Понивилля. Возможно, нам даже дадут наши кьюти-марки. Вполне вероятно. Давайте вместе составим план и спасем Понивилль. Куда эти все подевались?
Что может быть еще хуже?